этой истории, быть причастным к тому, что было в 83-м году, вспомнить это, что сейчас, конечно, мне это очень приятно. Для меня особенно приятно быть сегодня рядом с этими легендарными игроками. Уверен, что не за горами вернется слава нашего Днепра. И мы все в это верим. И обязательно на этом стадионе будет звучать и гимн Лиги Европы, и гимн Лиги Чемпионов.